К другим событиям. 3-4 года. Такой срок отводит президент Дмитрий Медведев на решение проблем дефицита мест в детских садах. Об этом заявил накануне на встрече с журналистами «Юга России». Она проходила в Ростове-на-Дону. Волгоградскую область здесь представляла телекомпания «Ахтуба». Спектр вопросов, заданных главе государства, был самым широким. От глобальных проблем сохранения национального единства страны до продолжения программы переселения из аварийного и ветхого жилья. О некоторых темах разговора с президентом в материале Светланы Алекбаровой. Общение журналистов с президентом проходило на одном из предприятий по продаже сельхозтехники. Не случайно, наверное, и первый вопрос, заданный хозяевами встречи, о поддержке сельхозпроизводителей. По словам Дмитрия Медведева, государство будет помогать развитию кооперации на селе. Это один из самых действенных способов повлиять на цены. Для южных регионов страны, где аграрный сектор один из ведущих, данное заявление весьма актуально. Как и решение проблемы нехватки детских садов, характерной для всей страны. На вопрос нашей телекомпании, будет ли правительство финансово поддерживать регионы при строительстве новых дошкольных учреждений, президент ответил утвердительно, но при этом сделал существенную оговорку. У нас есть программы, которые стимулируют строительство детских садов. Но эти программы не должны носить абсолютно или сугубо федеральный характер. Значит, значительная часть или существеннейшая часть ответственности лежит на регионах. Мы считаем, что надо все-таки, чтобы именно регионы планировали эти расходы. Значит, потому что из Москвы командовать, где какой детский сад построить и где какую школу построить, ну это просто неправильно. По мнению президента, чтобы ликвидировать дефицит мест в дошкольных учреждениях, финансовая помощь Москвы в регионах должна сочетаться с собственной программой строительства детских садов. В Волгоградской области, кстати, такая программа уже принята и работает. В следующем году на ее финансирование в региональной казне предусматривается более 220 миллионов рублей. Также, по мнению Дмитрия Медведева, кроме строительства, должно быть и разнообразие детских садов. Мы поменяли стандарты и дали сейчас разрешение создавать детские сады семейного типа и такого временного пребывания детей. Создание негосударственных дошкольных образовательных учреждений, объединение финансовых ресурсов центра, регионов и муниципалитетов – все это в комплексе, по мнению президента, поможет решить проблему нехватки мест в детских садах в ближайшие 3-4 года. Правда, как отметил Дмитрий Медведев, для этого придется поднапрячься. Светлана Алекбарова, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба» из Ростова-на-Дону.